Доброе утро, мои хорошие. Сегодня я поздравляю вас с чистым четвергом. Сегодня мы с утра все уже перемыли. Я уже все перестирала, постельное поменяла. И сейчас готовлю обед и решила сделать сахарные вкусные булочки. Для этого нам нужно 250 мл теплого молочка. Здесь у нас сухая смесь, столовая ложка сухих дрожжей, ванилин пачечка. И соли чайная ложка без верха. Все это мы перемешиваем. Добавляем 100 грамм сахара, одно яичко. Все опять хорошо перемешаем. Добавим 50 грамм растопленного мягкого сливочного масла, не горячего. И 3,5 стакана муки, стакан 250 миллилитров. Добавляем муку, здесь я уже вымерила. Добавилось сначала 2 стакана. Потом будем добавлять третий стакан и уже смотрите сами по своей муке. Может быть, вам нужно будет 3,5 стакана. Но тесто должно быть мягкое, нежное. У меня ушло ровно 3 стакана. Больше я не добавляла. Ну, то есть вот такие кружечки по 250 миллилитров. Больше добавлять не надо. В конце добавила ложку столовую растительного масла, чтобы лучше нам замесить тесто. Все, укрываем его пленочкой, полотенцем, оставляем на 45 минут для подъема. Это очень хорошее, я его прям только вот начинаю укрывать, и оно уже расправилось, поднимается практически. Очень хорошее тесто. Ну все, ребятки, давайте, пусть поднимается. Что, тесто наше подошло, я раскидала на 12 шариков. Прикрою буквально минут на 10 пленочкой. Духовка уже включена. Берем один шарик, раскатываем вот так в лепешечку. Смазываем растительным маслом хорошо. И посыпаем сахаром. И сворачиваем в рулетик. Теперь сложили пополам уголочки к серединке. Перевернули, надрезы сделали. И вот так вот расправим. Бабочка или цветочек у нас получился. Все убираем на противень. Делаем надрезики, выворачиваем вот эти вот так. И на противень. Вот так мы сформовали наши булочки. Сейчас укроем их пленочкой минут на 15 и будем ставить в духовку. Смазали наши булочки яйцом и ставим в духовку 180 градусов минут на 20-25. То булочки готовы, выпекались ровно 20 минут. Сейчас я их прямо на противеньке посыплю сахарной пудрой, чтобы они еще были вкуснее. Вот такие пышненькие. И сейчас перекладу их на блюдо. Вот такие вот булочки у меня получаются. Горячие еще. Прямо сами они отходят от противенька, ничего не прилипает на бумаге. Вот такие пышные, вкусные наши булочки получаются. Вот такие булочки у меня получились. Я вот одну булочку напополам сломала. Вот такие пышные, воздушные, сладкие. Готовьте, не пожалеете. Они очень легко готовятся.